О тех, кто погиб на дорогах, вспоминали в Иванове. У мемориала на аллее памяти жертв ДТП собрались сотрудники госавтоинспекции, представители власти, общественных объединений и просто неравнодушные. Только в этом году на дорогах области в результате аварий погибли 92 человека. Трое из них – дети. Ежегодно на дорогах гибнет много людей, и нужно отдавать им память, а также показывать молодежи, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Во-первых, для водителей это скоростной режим, а для пешеходов это переходить в положенном месте и на правильный сигнал светофора. По официальной статистике, 80% ДТП с летальным исходом происходит из-за нарушений правил дорожного движения. Но в этот день никто не выясняет, кто прав, а кто виноват. В памяти погибших собравшиеся выпустили в небо 92 черных шара. Сотрудники ГИБДД регулярно призывают ивановцев быть внимательными. Самые незащищенные участники дорожного движения – это пешеходы, естественно. То есть, ну, у нас сейчас наблюдается снижение по данному виду ДТП. А так, лидер как бы, это дорожно-транспортных происшествий – это столкновение. На втором месте идут это наезды на пешеходов. Число погибших в ДТП на дорогах региона измеряется десятками, пострадавших – тысячами. В этом году травмы и увечья различной степени тяжести в авариях получили 1755 человек. Среди них – 171 ребенок. За этими цифрами – боль, слезы и сломанные судьбы. Неучтенными статистикой остаются родные и близкие пострадавших в авариях. Иногда их жизни искалечено не меньше. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.